джинсы не сошлись. Откуда что берется? Спроси у своего бургера. У меня ожирение. Нет у тебя ожирения. Чтобы узнать свой нормальный вес, посчитай индекс массы тела. Вес раздели на рост в квадрате. И что там? Теперь свой индекс массы тела нужно сравнить с нормой в таблице. Например, для Кристины это около 20. Похоже, ей стоит набрать несколько килограммов. Если ты тоже не попадаешь в норму, не паникуй. Изменения массы тела в подростковом возрасте встречаются часто. Вес не успевает за ростом скелета или опережает его. Вот несколько советов, чтобы быть в форме. Высыпайся. Гормоны, важные для стабилизации веса, вырабатываются во сне. Занимайся спортом хотя бы по часу в день. Хорошие новости. Активная уборка считается. Сбалансируй рацион. Для роста организма нужен белок, полезные жиры, клетчатка и углеводы. Сладости тоже можно, если знать меру. И главный совет – регулярно проходи медосмотр. Врач поможет рассчитать ИМТ, определит причины отклонений веса, подберет физнагрузку и диету для стабилизации массы тела, а также проверит, нет ли скрытых заболеваний. Да это же Настя на джинсы!